Как человек будущего. Здорово, уважаемые гонщики, с вами вновь Sony, и это Drive Club. Продолжим наше турне фотофиниш. В прошлый раз мы что-то гоняли на таких себе тачках, надеюсь, сегодня будет что-то по-другому. Сейчас нам предлагают заехать тайм-атак на BMW M135i. Обычная машинка, ну давай посмотрим. В принципе, во многих играх она очень веселая. Здесь он, чуваки, я смотрю, 1.24 проехали. Ну что ж, достойно. 1.25 там предлагают закатиться. Давай посмотрим, где мы кататься будем. Вот такая вот бэха. Ну, по дизайну, конечно, такая себе. Машина для студента, как говорится, хотя 3,5 литра, да, если 135, а именно об этом говорит. А нет, 3 литра. Тем не менее, даже 3 литра, 326 кобыл. Достойный. Вполне. Хорошо. По цветам, что предлагают нам? А, поклопс. Выбираем тачку и по цветам, Вася. Синяя BMW, ну такое, белая. Давай нам ее черную. Во. Классика жанра. Ну блин, дизайн, конечно, стрёмная машина. Трехдверный хэтч. Может, конечно, он сейчас порадует управляемостью, но дизайн очень у него такой. Как первая серия такая, знаешь, бомж-пакет, как говорится. Сильно на любителя. Ну да ладно, пофигу. Хорошо, мы выступаем, кажись, в Индии. Индия — это очень скользко, потому что здесь дороги, на дороге насрата вот этого там... То ли глина, то ли грязь, то ли хрен ее пойми чего. Ну да и хрен с ним. Давай, понеслась. Шурупаем 140 уже, да? Надо бы вспомнить. Ох, какой заезд. А что это они меня так бодрячком-то отоварили? Это, кстати, интересно. Не самый простой заезд. Ну-ка, по извилистой. Вот тут я ошибся. Не катастрофа, но тем не менее. Машина очень такая валкая, кстати. Как BMW первой серии. Но валит. Этого тоже не отнять. Только золото отвалило что-то. Вот это мне не радует. Вполне себе просто. Что, турбовая, что ли? Справился. Как будто турбовая звук. Типа blow-off там. Шипит. Сейчас не слышал. На самом деле вообще не суть. Тормозами сконтролили. А здесь не попали совершенно. Давай, 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 давай. Скоро финиш, блин. Зараза. Давай, 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 давай. На-на-на-на-на-на-на-на. Цель достигнута. Простите. На самом деле машинка вполне себе. Ну, такая валкая, но простая. Проще всего сказать. В притирочку с первого раза. Просто сел. Комфортный автомобиль оказался. Валки, простой, комфортный автомобиль. Хорошо. Это дело мы родили. Неожиданно прям. Обычно тайм-атак говорит о том, что ты будешь страдать. Ты будешь долго здесь, прям вот хорошо, долго страдать. Вот. Движемся дальше. Так, а дальше нам предлагают дрифт. О, господи, боже мой. Вы серьезно? 5000 очков. На этом дрифт. Нам кое-что надо включить, ну вы поняли, да? Опять 1000 с плюсом сильная тачка, на которой, дай бог, по прямой просто валить. Дрифт. Угу. Я думаю, что мне это поможет. Лишних очков забрать. Хорошо. Вот тут меня сразу уже, ну, аж грузануло. Я уже готов, ребят, к чему-то такому. Вряд ли тут с первого раза что-то получится. Красный, желтенький. Давай вот так, серенький, Вася. Ёб твою мать. Хеннесси вином. Смотри на эту картину. Я, конечно, дизайн такое. Не до лотос какой-то. Сильно на любителя. Но, блин. 1000, что там, 200 лошадиных сил. Дрифт. Сука. Не, наверное, ну ладно. Давай. Давай. Воу-воу-воу-воу. Спокойствие, блин. Спокуха, пацаны. Нормально. Я живой. Т.
Так, скоростной. Не-не-не-не-не, нет! Нет! Не получилось как надо. Три 400. Это просто вот так вот позывы еле сдерживаешь. Господи, как на это можно? Ну ладно, все, можно, можно, можно. Надо просто взять. Я аж вышел от нежданчика. Надо просто взять и сделать это. Да. Серьезно. 1200, сука, сил. А гашетку в пол на ней давить — затея не из лучших. Нет. Определенно. Хотя в конце налажал. Блин, слишком как-то перед снесло. Это вообще не гуд. Поаккуратнее. Еле давлю. Тихо! Спокуха, спокуха! Зашибись! А вот здесь ошибся снова. Тихо! Это что, первая была, что ли? А я еще хочу. Даже добавить нечего, но я хочу еще. Ай, зараза. Заберите свой знак! Не, я хочу на рестарт, слушай, а мне даже понравилось. Может, понравилось, потому что сдыхался, как говорится, и теперь хочется еще пронюхать, что за дичь. А дичь полная, я вам так скажу. Полнейшая дичь. Криво до ужаса. Но что-то в этом есть. Конечно, это для жестких извращенцев. Для жестких вообще отбитых извращенцев на руле, на этом дрифтить. Спокуха. Зараза, зараза, блин. Вот это говно лютое. Да какой штраф, идите нахер с штрафом. Не дотягивает, блин, не дотягивает. Я просто боюсь эту машину. Я ее просто боюсь, отвечаю. Но 5000 вообще изи берется. С дикими ошибками. Монстр, ребят, это просто монстр. Не, ну в жопу. Просто монстрище. Нереальный. Лады, почти что добил до друзей. На геймпаде, на таких тачках здесь дрифтить просто нехер дела. Она все делает за себя, считает, что режим рельсы. И понеслась. Но на руле у меня отдышка, чтобы вы понимали. Просто чуть-чуть именно так, хорошо так вальнул, выложился и все. И все. Но это еще было, может быть, нормальный спецучасток, может, черт его знает. Потому что относительно несложно. Ок. P1 Hot Lab. P1, да, кстати, вот. 0.59. Смотри, как в притирочку, друзья, проехали. Значит, Hot Lab у нас сегодня, видимо, будет
такой зажигательный. Ну давай, гипершмипер Макларен. Знаем этот Макларен. Красивая машина. Сразу Forza Motorsport 5, да, вспоминается. Там где-то машина была, типа, на обложке там. Основная там, бла-бла-бла. Новиночка. Крутая тачка, крутой гиперкар. О, сложный трек, сложный трек. Это что, за минуту все кольцо забрать? Это сложно. Это будет непросто. Попробуем, это сложно. Рановато тормознул, но я пока не знаю точек торможения. Солнышко еще не то чтобы помогает. По-моему, это случай, когда Hot Lap страдай. И в кривую езду тут не получится. Так, чтобы на золото забрать. Едва ли на серебро иду. Едва ли. Ключевое слово. Это серебро. Чуть-чуть не хватило, кстати. Давай, 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 держи, держи, держи. Лошара. Вот это доза скорости и адреналина, скажу я вам, однако. Давай, 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 ну. Поагрессивнее. Давай! Собака! Ну? Нет. А 59 надо. А, погоди-ка. У него есть керс? Чего? У него керс. Все, понял. Тогда вопросов не имею. Ой, ха, не та кнопка. Не совсем удобно расположена она. Зараза. Давай еще попытку. Тормознуть бы нормально. Вольнем. Отлично. Ну. Давай, 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 давай. Тихо, отловил. Давай, 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 давай. У него керс оказался. Система рекуперативной, там, кинетической, хуй пойми какой энергии. Которая электро там движухи подключает. Гиперкар же, ну да, гиперкар. Я думал, он автоматически здесь, а нет. Хм. Хорошо, завершаем заезд.
Нормально. Сохраню себе повторчик. Нормально. Видишь, все кученько так плюс-минус в одну десятую. Среди друзей в одну десятую закатились. Хорошо, Катулин. Да, сегодня ивенты были довольно короткие, но они были весьма плотными, ребят. А в следующей серии мы допройдем уже фотофиниш. У нас будет... Едопали Open. Какие-то там хэтчи опять от Volkswagen, но это, по-моему, обычный гольф, мне что-то так кажется. Renault Volkswagen Mini Cooper такое себе. И фотофиниш. Финалочка. Я думаю, еще зажжем, ребят. Так что подписывайтесь, лайк, колокольчик, все дела. Я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что были со мной. Хорошего настроения, гоночного духа. Больше адреналина и больше кайфа от жизни. С вами был Сони. Увидимся, ребят. Давайте. Пока. Бэха быстрее, сука, на прямой.